Supreme Commander 2 DLC. Загружаю игру, которую не смог победить до сих пор. Против троих. Один против троих ботов играю. Тут написано, если ты установишь патруль маршрута для фабрики, все юниты будут следовать по этому маршруту. Эй. Сейчас загрузится. Сначала научные исследования. Здание. Удешевляя строительство на 5%, ускоряя строительство на 10%. Командир строит лаги. Эй. Экстрактор материи. Инженер тоже строит экстрактор материи. Другой инженер построит экстрактор материи. Потом командир построит еще экстракторы. Этот инженер построит генераторы энергии, очень нужные. А этот инженер построит научную станцию. Командир построит тоже научную станцию одну. Этот инженер построит еще 8 научных станций. Этот инженер построит 8 научных станций. 2, 4, 5, 6, 8. Плотненькая застройка. В 600 раз уже пытаюсь победить. Вот, 3 компьютера против меня. 2 просветленных и 1 этот красный треугольник. Они втроем против меня одного. Так, командир без дела. Без дела, командир. Мы построим радар, наверное. И потом. Надо радар построить. Хочешь не хочешь, без него не обойтись. Так. А, я забыл. Теперь нужно прокачать вот это. Шарпшутер. А потом уже все остальное. Это очень важно. Успеть построить шарпшутеров много. Так, этот построит уже наземную фабрику здесь. Это все нужно. Это все нужно нам. Пушка. Зенитка. Хотя зачем зенитка здесь? Вам пригодится. Радар есть. Все. О, ни одного врага еще я не вижу. В зоне покрытия радара. Это хорошо. Так. Демолишер. Разрушитель. Артиллерия передвижная. 4 научных станции есть у меня. Здесь наука сейчас развивается быстро уже. Командир здесь построит тоже защитную турель. Одну пока. Пока легкая защита. Шутер. Так, энергии хватает вроде бы. Энергии хватает. Ну все. Теперь просто ждем вторжения массивного. Ч
Чего не хватает-то? Строит фабрику. О, я же могу демолишь шарпшутера уже сделать. Фабрика построит. Первых 10 шарпшутеров. И они пойдут сюда сразу. Нет, вот сюда вот. Вот сюда. Потом уже пристройки сделаю. Так, теперь здания буду прокачивать. Сначала эффективность научных зданий на 20%. Эффективность научных станций. Сначала. Ну, шарпшутеры поехали. Технологии, потом энергию прокачаем. Что ты будешь еще строить? А, ну что же, энергетические уже... Батареи. Так. До начала. Шарпшутер пошел. Ой, нужна зенитка. Здесь. Шарпшутер защищает все здесь от ракет тактических. Ну что, успею я зенитку построить? Или не успею? Так, ты на паузу, дружок. Строительство. Сейчас командир построит зенитку, потом... Ага, инженер продолжает строить. Еще десяточек инженеров мне нужен будет. Инженеров 5. Да. Ой. Так, вот зенитка построена. Теперь все самолетики, все бомбардировщики будут уничтожены. Командир подберет металлолом. Следующий научный прорыв будет увеличение добычи материи на 25%. Здесь тоже бомбардировщик летает. Энергия сейчас наращивает. Наращиваю количество генераторов энергии. Мощь экономическую. Начинаются атаки ракетами. Командир должен здесь стоять. Есть у меня теперь прирост материи. И потом, наверное, еще шарпшутер. Научная станция пятая строится. Командир здесь в качестве приманки. Командир в качестве приманки. Его будет ремонтировать вот этот генератор энергии. Так, давай-ка вы сюда все. Туда больше не надо ехать никому. Конвертер материи готов. Можно строить конвертер материи. Сейчас первый инженер
будет строить батарею конденсаторов материи. Собрать надо металлолом. Где там крохи? Конвертеров сразу построю. Сейчас ракетная установка будет построена. Так, прокачиваю теперь ремонт, чтобы генераторы энергии ремонтировали все. Потом начну уже делать противоядерную оборону. И строить множество тяжелых точек обороны. Тяжелые оборонные точки. Инженер есть. Собери металлолом, а потом построй конвертер. 5. Если я построю, если я буду активировать большее количество конверторов энергии, то они будут конвертировать большое количество энергии за маленькое и получать меньшее количество материи. Регрессивная шкала конвертации. Чем больше конверторов одновременно используется, тем меньше эффективность каждого конвертера. Диссинергия получается. Так, прокачиваю здание. Пушка Гаусса есть теперь. Мотельницы нам не страшны. Инженеры. У меня уже много инженеров. Надо строить еще генераторы энергии. Надо много генераторов. Плюс 700 надо мне энергии. Так. Эту точку защитить надо. Зенитки. Есть теперь на моих научных станциях и на экстракторах материи. Появились зенитки. Конвертеры могут конвертировать материю. Вся материя расходуется сразу. Это нам не страшно, кто это был. Конечно. Так. Ремонт сейчас будет. Так, еще один инженер будет строить еще энергию. Здесь, слева. Безопаснее. Три инженера будут у меня развивать экономику. Тут столько. Три батареи энергетических. Это много. Так, ты построишь точку защиты тоже. Все. Это что бездельничает? Бездельничает. Ладно. Уже у меня 7 научных станций. Конвертирую опять бездельничную. Ой-ой-ой. Разломали мой экстрактор материи. Ремонтные штучки нам нужны. Так, там сям для ремонта. Ой. Так, здесь нужна мне защита какая-нибудь, пока что такая простенькая. Щит прокачиваю, потом противоядерную защиту.
Ой. Так, у меня осталось 5 свободных инженеров. Что же строить? Конвертируем энергию. Строится все, все строится потихонечку. О, еще одна научная станция. Сейчас ПРО будет. Сейчас будет ПРО. Противоядерная оборона. Готово. Теперь надо чуть-чуть командира, наверное, прокачать. Инженеров. Да, командира сначала. Нет, инженеров проще прокачать, дешевле. Генерация брони. Здоровья-то у них нет, у них броня. Так, здесь надо защитную точку построить. Хорошую, где-то вот здесь. От этих врагов. Commander under attack. Ой, срочно. А, не опасно. Так, один у меня ремонтник будет. О, собиратель металлолома. Так, один инженер. О, построил. Построил все батареи. Так, нужны щиты теперь. Где щиты поставить? Конечно, здесь сначала. Плюс 300 энергия добывается. Все, инженеры далеко видят. И у них радар теперь, собственно, есть у инженеров. Теперь надо чуть-чуть инженера прокачать, радар ему поставить, дальность обзора. Вот мы видим теперь инженеров. Опа, это мой инженер решил так пройти. Прикольно. Так, какой-нибудь инженер должен теперь построить здесь мне защиту. А, здесь локальную защиту. Мощную. Если он этого не сделает, то командира грохнут очень быстро. Так, и один инженер построит здесь вот зенитки. Хотя они сейчас не нужны особо. Ну, пусть будут. И еще здесь защитная точка будет. Мощная. Вот он. Ой. Ой-ой-ой. Ай. О. Вот они какие. Как опасно. Так. Один инженер строит опять защитную точку. Так, металлом надо собирать. Командиру прокачать надо что-то. А, строительство. Так, какой-то инженер будет здесь усиливаться. Чуть. Стоп. Укрепленная артиллерия. И щиты. Так, один инженер построит резервную батарею конвертеров.
вспомогательную. Все, у меня все инженеры заняты. Чем-то. Нужны еще инженеры мне. Так, строит он инженеров. Сейчас построим инженеров еще. Да, еще вот столько надо. Конвертирую энергию в материю. Оп, у меня есть излишки материи. Научное исследование, куда пойдут? Командиру пока. Щиты строятся, но недостаточно много еще пока. Так, тут потихонечку щитами все защитим. Один инженер построит здесь щитов. Количество. Так, инженера не убили. Инженер живой. Вижу. Конвертирую энергию опять лишнюю. Вся материя уходит, расходуется. О, баг. Генераторы энергии ремонтируют на ходу. Так, еще артиллерию добавлю. Плюс 500 энергии у меня. И генераторы энергии продолжают строиться. Так, этот инженер строит здесь у меня точку опоры. Точку захвата. Чтобы колоссы, универсальные колоссы здесь не прошли. Не важно, здесь строить оборону. Ага. Так, эти пойдут сюда. Инженер нужен здесь. Построить тоже генератор. Энергии один ремонтирующий. И что командиру дать? Перегрузку? Не особо надо, ну ладно. Пусть будет перегрузка у командира. Ну ладно. Командир издалека стреляет артиллерийскими снарядами. Время уже противоядерную оборону строить. Время строить противоядерную оборону. Два. Три. Здесь четыре. Потом. Так, резервная. Резервная. Не готова еще. Разбили. Гады. Так, этот бездельничает. А, металлон собирается. Зеленую артиллерию поставлю заново. Артиллерию. Командиру, что теперь? Надо. Все, пока. Здание будет прокачивать. Здание с инженерией. Прямая наводка. Генерация брони. Все, здание. Ну-ка, покажи, что ты можешь. Но прямой наводки хорошо бьет.
Так, командиру, может быть, ракетницы надо поставить тоже. Нормально, вот сейчас будет против них. Да? Давай, разбейте. Теперь нужна противоядерная защита у меня. Построю некоторое количество противоядерных. Одну пока построил противоядерную ракету. Здание прокачиваю. Так, опять ракетами разбили укрепленную артиллерию одну. Я поставлю заново. Медленно развиваемся на этом фланге. Не хватает ресурсов. Старый инженер зависает. Сейчас еще прямую наводку включу. Оп, все, попались. Так, еще здание прокачаю. Так, плюс 700 энергии есть. Вполне даже прилично. Построим. Так, этот построит. Что он построит? Щит сюда. Щит сюда. Генератор энергии, потом пушки, а чем не пушки. Так, здание. Что, дальнобойная артиллерия сейчас будет, потом поедет. Конвертирую опять энергию лишнюю. Что у меня противоядерная оборона? Строю противоядерные ракеты. Будет три уже. О, щиты я тут построил? Да. Но мало, видимо. Вот еще. А. Еще не построил. Я очень близко подошел. Что-то находит, чтобы умирать. А что нам наука? Поедет. Все научные достижения сделаны. Можно разбирать уже научные станции. Что осталось? Что осталось? Так, командира чуть качать надо. Наземные лифты. Только бьют. Ай, венера, не трогайте. Эй, вы зря так сюда приехали. Вы попали под раздачу. Ладно, спрятаться. Так, один инженер будет здесь устроить опять щиты. Здесь нужно укрепиться.
генератор энергии парочку, троечку. И опять же закрепленную артиллерию. Инженерскую грохнули. Не похоже. Инженеры грохнули. Но я их отодвинул, врагов своих. Что с наукой? Инженера чуть-чуть прокачаю. Броню ему. Так, сколько у меня подтверждения хакет? 3 здесь готовых. И 0 здесь. И на очереди строительства. 4. Итого 7. Так, энергии плюс 763 на пути. Командира прокачал почти полностью. Этот фланг, экономику я уже прокачал полностью. А надо еще щиты поставить там. Так, там и потом. Строил. Прямая наводка уже не достает. Это хороший. Уже я отбросил врага, получается. Добавлю к строительству еще несколько противоядерных ракет. Все. Противоядерная оборона на в центре сейчас сильная. Спасательная, ненужная. Значит, подавление ядра. Ядро не вырывается, если при гибели командира ядро не вырывается. Но мне это не нужно. Так, ускоряю строительство наземных юнитов в следующем. У меня уже профицит ресурсов. Строю щиты тогда. Щиты от артиллерии. Так. Так, этот инженер здесь построит. О. Щиты надо строить обязательно. То мне не заворовать. Уже 29 минут игровых. Выберу. Что-то мой враг затих, не как в прошлой игре. Не вижу ни ядерных взрывов, ни универсальных колоссов. Так, противоядерная бомба кто-нибудь строит? Противоядерная оборона нет. Я потерял. Я же не ставил на очередь. Сейчас самое время. Оп. Наземные юниты сейчас прокачиваю немножко. Много.
Так, что еще? Щиты. Побольше щитов здесь поставить надо. А, зенитки. Их много? Ух ты! Это серьезно. Так, ну раз они сюда переключились, я здесь усилю влияние. Усилю влияние. Стратегический launch detected. Да, противоракетница. Ой. Думаю, наводка. Тут много. Вот это много. Инженеры сюда построить десяток инженеров, и потом шарпшутеры. Так, все шарпшутеры сюда, одну попробую построить, дорого, потом, сейчас. Так, врагам тоже нужно время восстановиться, попробую быстренько сейчас построиться. Какой сильный бой-то. Все разбили. Ладно, раз вы такие, я построю здесь двоядерку и укреплю здесь все. Хорошенечко. Уже это я успею. Ой. Командир, где? Тут у меня все точно. Прочно. Экономика. Так, есть какие-то изменения. Так, шарпшутеры сюда.
Что он ремонтирует? Потерял одну пушку, невелика потеря. Оп, металло нам собирать теперь. Что же, зря время терять. Я их строю. Да. Ах, да. Так, один инженер будет разбирать уже научные станции. Научные станции больше не нужны. Потратил на противоядерную оборону. Так, мне нужно генератор энергии для ремонта. Оперативного. Ну и так, могут быть, щиты они тут недорогие. Стрекают огонь. Ну все, прокачал. О. Ядерная бомба. Можно шахту ядерной ракеты построить. Сколько? О, 7 ракет на очередь. Много. Так. Нужны, оказывается. Так, научные станции разбираются инженером. У меня очень много энергии. Так, ну и укрепленной артиллерией своей. Получится. Что получится? Что у меня получится? Еще близко. Ну, с тобой неожиданно здесь развернулся. И опять же генератор энергии. До этого у меня баталии были другие. Так, и один инженер собирает металлолом. Есть ресурсы лишние, построю еще несколько противоядерных ракет. Где у меня еще шахта противоядерная, я не вижу. А, здесь 3 целых. От страха я поналепил. Оп, о, о, о! Урчинов! Урчинов! Ну-ка, ну-ка. Подойди ближе, Урчинов. Противный. Так, нам опасно, нет? Сколько у меня здесь? 3 есть. Ну, нормально. Выдерну. Самолетики. О, сюда надо зенит. Зенит есть. Зенит от неба надо поставить. Ой, великовато. Стреляет, молодец.
уничтожает врагов. Так, тут у меня патрулирует инженер, собирает металлолом. О-оу. О-оу, что это? Что? Тут все опасно. Где, где? О, надо АЕГИ строить. Так, учином. Сейчас. А, учином готов. АЕГИС надо построить уже. Так. Здесь АЕГИС построю. Здесь. О, командир. А, это ничего не опасно. Перегрузку включаю командиру. Мы готовы. Будет стоять шарпшутеров. Несколько шарпшутеров поставлю сюда. О-о-о. Остановка. Я подлагиваю немножко. У него пригрузки пока нет, командира. Ладно, сильно. Ну-ка. Они от него убегают. Нет, это не опасно. Уже это все не опасно. А я здесь строится? Где я здесь? Строится. Видимо, инженера грохнули. Вот на месте научных станций. Так, еще надо шутеры поставить. Каких были, каких уничтожили. О! Сколько энергии надо? 9000. Сейчас накопим, подождите. Он отходит. Отходит. Не досталось ему. Пряников. Универсальный гигант. Подошел. Это серьезно. Это серьезно. Шутеры будут строить непрерывно. Пожалуй. Сюда. Надеюсь. О, нет, ты не пройдешь. Универсальный робот. Тебе недолго осталось. У него большая броня, но маленький урон. Большая дистанция, ой, маленькая дальность боя. Ну-ка еще раз сейчас рубанем тебя. Тебя рубанем. Ну-ну-ну, что ты пытаешься? Это готов. Командир, где? Кто это? Так, сюда нужны щиты уже. Ой, серьезные залпы какие-то. Сколько у меня? Так, все ресурсы я потратил. На оборону противоядерную. Какие сильные атаки. Так, ты что делаешь? Давай построим вот это. Хватит. Укрепились сильно. Пора строить уже то, что я давно хотел построить. Дальнобойную артиллерию. И она будет всех тут бить. На
начинаю строить дальнобойную артиллерию. Она очень мощная. Ну, 17 штучек. Для начала. А Аегис здесь стоит. Стоит. Поставлю Аегис. Дорогой, конечно. Ну что это? О, ай, давай стойте. Что тут? Конвертирую энергию. Материю опять. Сбиватель щитов моих. Щиты сбивает. Энергетические щиты защиты. Снимает. Молодцы. Так, зимки у меня работают. Зимки работают. Дальнобойная артиллерия. Строится. Так, продолжаю строить противоядерную оборону. Надо добавлять. Какие залпы сильные. Откуда летит? А, одна только. Не опасно. Так, дальнобойная артиллерия уже начинает стрелять. Моя. Strategic launch detected. Лови, лови ядерную ракету. Где поймали. Вот этот. Ох. Ух ты. Игольное ушко здесь есть. Или нету? Игольное ушко есть. Могут пролететь. Ядерная ракета может пролететь. Сквозь игольное ушко. А Аегис сам начинает работать со временем, да? О, плюс 800 энергия уже. Так, надо строить, строить надо. Как много, много. Это противоядерная моя оборона. Надо строить еще. Сколько здесь у меня? 4. И здесь 3 готово. Надо еще строить. Прывно. Мне не хватает уже. А. Так. Уже 3 дальнобойных артиллерии. Стреляют куда-то, непонятно. Пока их мало. 3 это мало. Но уже что-то будут сносить. Вот, это уже куда-то попало. Опыт есть у нее. Опыт появился. Даже эти стреляют плохо. Так, так, командир, приготовься. Командир, приготовься. Нет, что-то тоже не нападают здесь. Строю противоядерки. Добавляю к строительству.
22 готовых. Так, запуск ядерной ракеты опять зафиксирован. О, уже три ракеты летят. Что, поймают их? Или я проиграл? Раз, два. Ну и три. Надо еще строить. Не хватает ресурсов уже. Оу! Какая армия ко мне идет. Серьезная. Сейчас нам прямую наводку сейчас. Прямая наводка. Давай, ну-ка, покажем. О, вообще кранты. Оп, куда? Сюда, ну конечно. Командир такой. А вы не подойдете. А у нас поедет, заработал. Щемится, щемится. Перегрузку включаю командиру. Все, этим хорошо. Зря я не сумму. Еще кто-то. У меня дальнобойная артиллерия еще бьет. Уже 6. Так, энергия нужна. А егерь подавлен. О! Егерь здесь. Опа. Так, теперь я хочу о егерь. Ой. Что же сделать? Что же так много? А егерь получит. Ого, сидел. Что ж такое? Кто-то звонит мне. Ставлю паузу. Это был МГТС. Что-то хотел. Не стал я с ними разговаривать, я занят. О-о-о! Как же от вас спрятаться-то? Как же вас догнать, точнее? Спрятаться уже, а догнать надо. Так, локальную оборону я держу. Свои точки я удерживаю, свои позиции. Теперь мне надо расширить влияние на всю карту и всех уничтожить врагов. Командор, атак, это опасно? Нет, не опасно. Ракетницу надо. Противоракетницы. О-о, щиты надо добавить. Построить щитов надо. Щиты надо построить. И генераторы энергии. Так, строй, дружок. А я построю противоядерки пока. О! Тяжелая артиллерия по мне бьет. Дальнобойная. Так, а я без краску ставлю. Оп, заработала я здесь. И... О! Commander under attack. Надо построить сюда мне еще щитов поставить.
Щиты нужны все-таки. Так, и ракетные. Оу, кто это? А, они не страшны. Чиновые эти. Командиры, они несерьезные. С поддержкой. Вот этих точек опорных моих. Защитные точки у меня сильные. Запустим Аегис опять, я не знаю, не могу. Дальнобойная артиллерия делает свое дело. Уничтожает врагов. Вот. О, командир опять. Ой, не забыл закрыться щитом. Нет, не зачем. Его ремонтируют, и у него перегрузка. Удержали позицию. Не то, что в прошлый раз. Противоядер строим. Инженер строит защиту, продолжает мне. А Аегис надо поставить или не надо? А, да, надо, я вижу. Щит еще поставить, слабенькое место. Хотя бы. А, ядерные ракеты летят. Всякий раз с замиранием сердца наблюдаю. Хватит мне противоядерных ракет или нет? Я же трачу ресурсы не только на противоядерную оборону. Сейчас у меня 21 готовая противоядерная ракета. А должно быть 40. Максимальное количество 40. Одна, ладно. Одну. Одну я смогу сбить. Так, инженер патрулирует? Инженер никакой не патрулирует. Сейчас будет патрулировать. Хэ, и здесь тоже. А здесь зачем бьешь? А, тут у меня ядерная ракета бьет. Устроим противоядерки. Пять здесь готовых. Семь здесь готовых. Ну, вроде бы все нормально. И дальнобойная артиллерия строится. И я держу оборону. Три ракеты против меня летят опять. Инженер прописующий вражеский. Что прокачать? Уже нечего прокачивать. Командир все прокачал, зданием все прокачал. И на землю. А, ладно, на землю юнит там тоже я прокачаю. У меня очко. Все прокачал. Воздух мне не нужен. Вода тоже не нужна. Раз, два, третья. Третья где? Здесь. Отлично. Строим ракетки еще противоядерные. Вот я 4 или 5 ракет сбил ядерных, значит надо 4 или 5 построить вместо них.
что идет. Что там, что там? О, моя дальнобойная артиллерия уже эффективно стреляет. Так. Так, пойти не забывать. Давай покажем, что такое прямая наводка. Что с командиром? Ага. Перегрузка командиру. Там все ни почем. А я их где? А я здесь стоит. Все в порядке. Конвертирую, вызываю. А я здесь запускаю. Командир пошел к ним. Что там, кто там? Что здесь? Оп. Что-то куда-то попадают. Что-то носят. Так. Вот еще подвое я ракет. Энергии не хватает. Так, ну давай чуть-чуть построим, чуть-чуть. Так, защиту. И щит. Один щит. Пару щитов построим. И генератор энергии. Серьезно, наступают. О! Давай сюда. Так, черт, посмотри. Так, моя дальнобойная артиллерия уже эффективно бьет врагов, как я говорил. Наносит серьезный урон. Уже ветеранство появилось у пушек. У орудий появилось ветеранство. Так, это что за монстры? Так, он не подойдет сюда теперь. Куда это стреляет? Вот, кажется. Сюда они. Strategic launch detected. Построим еще противоядерных ракет. Все, максимальное количество у меня их. На очереди строительство. 10 из 10 4. Так, ну что ж, могу еще одного инженера отправить на строительство дальнобойной артиллерии. Strategic launch detected.
Так, и один инженер построит здесь, пожалуй, щит. Еще один, как-то без него неуютно. О, а я есть? Чаю. О, универсальный гигант здесь. Вот это нежелательный персонаж. И дальнобойная артиллерия по нему начинает бить. Засекает его. Вот он кружочком обозначен. Тут еще один Урчинов и универсальный колосс. Так, снесли щит защитный. Ой, как много самолетиков. Надо построить зенитки побольше. Теперь зенитки надо построить. Тут все посносит своими самолетами. Добавлю очередь строительства противоядерной ракеты. Так, кто это ко мне идет? А это не опасно совсем. Так, я увеличиваю количество дальнобойной артиллерии. Этот инженер почти все построил, что я ему задал. Надо построить экстрактор материи. Инженеров не осталось у меня свободно. Удивительно. Я их потерял всех. Ракеты в это место летят, в этот угол. Поймал все. Пока что. Время игры уже 1 час. О! Бомбардировщики. Штурмовики, штурмовики летят. А у меня пока нет зениток против них. Истребителей нету. Какой-нибудь инженер должен построить что-то, он построит сейчас. Попробую построить здесь экстрактор материи. Еще раз конвертирую энергию. Так, к этому флангу, к восточному флангу никто не подходит. Так. Ядерные бомбы какие-то летят ко мне. 3 залп из 3 ракет. Ну что еще прокачать? Это прокачал, давай вот прокачать. Крепость. Это дробщики. Так, максимальное количество юнитов. 24. О, отвлекаю врага теперь. Отвлекаю врага. Так, а ты будешь строить заново.
прямая наводка. Так, это больная артиллерия. Еще ракеты противоядерные. О! Универсальный колосс. Заблудился. Ну, разведываю. Разведка. Разведка боем. Я своих шарпшутеров отправил, чтобы они... Чтобы обшить. Чтобы можно было строить дальнобойную артиллерию свою. О! И моя, моя дальнобойная артиллерия начинает просто... Не ожидал я. Ну-ка, ну-ка. Strategic launch detected. Так, ну что же, мне понравилось то, что я сделал. Попробую еще раз. Commander under attack. О, командир. Командир не в опасности. Strategic launch detected. Бомбы. Чувствую, они пробьют меня. Так, что есть командир? Далеко. Так, а этот инженер что будет строить? Что он делает? Собирает металлон, что ли? Ой. Нужно построить щиты. Дальнобойная артиллерия вражеская стреляет уже сюда. Ну, здесь можно. Затянулась моя игра. Так, ты уже всех построил? Еще 8. Не хватает ресурсов. Плюс 800 энергия. С трудом справляюсь. Он захватывает мой юнит, этот универсальный колосс. Зачем-то. Захватил мои юниты, всосал. Чтобы ими пуляться, что ли? Или использовать их оружие, я не знаю. Не забываем строить противоядерную защиту.
Я потихонечку наращиваю количество дальнобойной артиллерии. А, и мои юниты своими радарами показывают врагов. Ну как вперед? Террор. Штурмовики вражеские, они не опасны. Уже. И один инженер построит трактор материи еще раз. Strategic launch detected. Сюда. Ох, я уже устал играть. И ренегаты, они опасны. Commander under attack. Так, командир, не опасно. Добавляю к строительству опять противоядерные ракеты. Так, универсальный колосс теряет броню свою. Нет, теряет свою прочность постепенно. Дальнобойная артиллерия его бьет. Если я к нему командира направлю, то проиграю, да? Попробую. Я командир сильный сейчас. Добавлю противоядерки. Ой, нет. Там он не опасно. Commander under attack. Командир ядерный. А, ну-ка я радар здесь поставлю, поближе. Чего нет? Strategic launch detected. О, сколько самолетиков.
все рядом. Если бы человек против меня играл, конечно, он бы выиграл. Так. Так, ну и один инженер будет строить еще дальнобойную артиллерию. Почему нет? Что нам мешает теперь? И устроить. Плюс 23 пушки будут. Strategic launch detected. Так, противоядерки сейчас поставлю на очередь. Опа, опа, опа. Ходи, командир. А я ее включаю. Так, шарфутеры сюда летят. Ой, командир, давай сюда. Дружище. Транспорт нужен? Все прокачал. Ну, в общем-то, я когда начинал играть, я хотел победить с помощью дальнобойной артиллерии. Но игра затянулась, мне уже стало скучно. Ренегаты сейчас эти победят. Понятно. Штурмовики эти. Так, а этот инженер сейчас построит еще один трактор материи. Еще противоядерных ракет. Ну сколько колоссов осталось? Strategic launch detected. Strategic launch detected. Убивают они колосса, но и он не может остановиться полностью. Пожалуй, я добавлю еще одного инженера. Так, ставлю. Commander under attack.
маяки включаются. Так, и один инженер будет уже строить еще дальнобойный артиллерию. Плотненько, плотная застройка. Так, а ты построй здесь пушку. Ой, что это, что это? Не опасно. Все, все. Что там, колосс? Разрушил я его, походу. Как ни странно. Я победил этого универсального колосса, универсального гиганта. Смотрим, что тут еще у нас есть. Нехорошее. Что у нас тут еще вражеское? Попробуем убить слабеньких сначала. Победить. Здесь на западе слабое. Ой. Ой. Штурмовики. Штурмовички. Commander under attack. Это маленькие уже враги. Ой, эти близко подошли. Опасно. Ну ничего, прямая наводка поможет. А Эгис можно еще включить. А, не внутри, а Эгис. Так, здесь они закончились. О, что здесь? Местная баталия, местный бой. А, какой-нибудь инженер будет уже строить что-нибудь более серьезное. Я так понял. Радар. Нет. Пушку. Вот так. Так, добавляем в очередь строительство еще ракет противоядерных. Не добавляются. Значит, все, либо все плохо, либо все хорошо. Так, инженер, где мой? Его грохнут. Его грохнут. Посмотрим. О, ходи. Ну, один щит разбили.
Так, где мой инженер? Едет. Так, кого он там увидит? Кто там? А, универсальный колосс. Посмотрим, что будет, если я буду здесь строиться. Strategic launch detected. Радар. Дальнобойная артиллерия. О! Что здесь было? Ядерный взрыв, что ли, здесь был? Они добили? О, здесь был ядерный взрыв. Все, я устал. Либо я заиграю потом, либо я уже... Сохраняюсь здесь. Сохраняется игра. Сохраняется игра. Все, на этом я выхожу из игры. А, ну я сохранил игру. Да, все. Стоп игра, стоп запись.